Всем привет, с вами Ник, и сегодня будем слушать Black Label Horus. Black Label Horus – это подписная модель Зака Уайлда. У нее имеется срез низких-высоких частот, глубина эффекта, скорость эффекта и выходной уровень. Также у нее есть два выхода. Один моновыход обычный, а второй стерео. We'll be right back.
Если вы бородатый качок, пахнущий пивом, и у вас есть гитара Les Paul Custom, или же вы любите хороший хорус, то я вам рекомендую сходить в магазин, послушать эту педаль и, возможно, даже ее себе купить. Спасибо, что посмотрели. Не забываем подписываться в YouTube, ВКонтакт. С вами был Ник. Пока!